За отчетный период, в соответствии с мероприятием по подготовке к зиме, выполнены следующие работы. Ремонт теплоагрегата номер 4 40%, номер 5 на 7%, теплоагрегат 6 на 80%, ТГ1 95% и ТГ3 на 20%. Ремонт вспомогательного оборудования, оборудование насосного оборудования на 10%, электроцеха на 35%, химцеха на 74%, ремонт оборудования ЦТП на 42% и ремонт элеваторных судов на 32,5%. Замена трубопровода на 39%. После проведения гидравлических испытаний, значит, обнаружено 67 прорывов, устранено 53, остались 14. Из этих 14 2 в работе. Готовность станции на сегодняшний день 37%. Да. Скажите, пожалуйста, по улице Стефан Чумари, Первомайская. Это мы были в прошлую среду с вами разговаривать. Вы сказали, что у вас все под контролем, и вы берете, делаете разрыв. Значит, не прошлый, позапрошлый мы говорили, что там у нас на том участке есть утечка. Когда раскрыли там 4 метра камеры, значит, было принято решение, чтобы не заделать этот участок по Первомайской. Значит, под всеми этими кабелями, там есть два кабеля электрические и целый там ряд связей. И мы тогда решили, сейчас полметра там разбили этот асфальт по Штефан-Чалмари для новый того, асфальт, чтобы да? поменять и... Новый асфальт? Да, 60 сантиметров. Мы его восстановим. Никто его не отрицает. Это аварийная ситуация, и мы приняли такое решение для того, чтобы после того, как заделаете Первомайский, чтобы мы не начали опять раскопать. Но там такая сложная ситуация. Почему? Потому что над теплотрассой там эти кабеля один возле другого. И мы где-то метров 7 мы не смогли раскопаться. Мы под ними просунули эти трубы и поменяли. Ну, перед этим была у вас там какой-то звонок, был, что там течет. Ну как не было? Не было. Течет, да. Затапливает это ливневые канализации и канализация. Вы уже сколько раз, вот, Вячеслав Иванович знает, со стороны роддома нас сколько лет затапливает канализация, эти трубы гниют. А сейчас этот случай вывел, что мы разбили там полметра асфальта. Мы заделаем его. А другого выхода вот... Вы знаете, мы заделаем, мы не заделаем. Экономический агент выполнил работу. И вы берете ее, вскрываете, не предупреждая никого. Что никто не был в курсе, что вы вскрыли. Ни Брагарь, ни Зинковский, никто. Вы высказались, да? Я действительно поражен тем, какое отношение Четнорда именно по этому участку. На протяжении последних 2 лет мы постоянно инициировали. Посмотрите у вас перед экономической полицией в Париже. Посмотрите, разберитесь. Вы долгое время отнекивались о том, что провалы, которые были на углу, не ваши. Вот. Лариса Ивановна уже машет головой в подтверждение. Мы осенью, глубокой осенью, нашли, будем так говорить, условное общее понимание и вышли на тот период, что перешли через зиму. Это хорошо. Но все-таки давайте будем вспоминать, что год до этого у нас не было никакого понимания, даже этого условного. Сейчас, когда Вышегородской, когда такая сложная ситуация с этим объектом, такое негативное, заслуженное негативное отношение населения к этому объекту,
Мы здесь с вами говорим о том, я же в прошлый раз уточнял, сколько? 12 прорывов. Осталось незакрытых. Сегодня, кстати, тоже 12. 10 остается, 12 остается, 2 в работе. Значит, я вас спрашиваю, неужели нельзя было в тот момент сказать об этом объекте? Ведь тогда, когда вы здесь нам докладывали, там уже работы велись. Теперь по поводу, ну я попытался дождаться окончания вашего высказывания. Теперь по поводу того, что ну уже случилось. Но даже на это горячее вы все равно не дуете. Чем засыпали? Прямо там на перекрестке. Чем засыпали? Выкопали, то и засыпали. То и засыпали. Это есть правильно. Это есть правильно. Дальше вопрос насчет правильности. Посмотрите, что я же у ваших людей там каждый день бываю. Значит, спрашиваю, когда заканчиваете свалку? Сегодня. Я говорю, когда делать опрессовку? Не, мы не будем делать опрессовку. Я, может быть, не... Я чуть-чуть инженер. Я больше уже бюрократ. Но я так понимаю, что тогда на таком сложном объекте, если вы поменяли, заварили, сделали кучу окошек, чтобы достать по этому большому диаметру, положить второй шов изнутри, нужно там, нужно подстраховаться. Может быть, и не нужно по вашим нормативам, но нужно подстраховаться, закрыть с одной, с другой стороны, или воздухом надавить, или воды туда нагнать. Но проверить, что и потом только закрывать. Нет, вы вначале... Закончили сварочные работы, накрыли плитами, опять и опять насыпали чем? Ну, ребятки, ну ж нельзя же так. Ну уже ж и говорил, сыпьте вашему бригадиру. Доведи до сведения, что нельзя так сыпать. Поменяйте. Сейчас с утра был там. Ничего. Я был там с утра. Ничего. И что, скажите, что четвертый это что, отдельное государство? Или мы живем в Бельцах, значит, все муниципальные предприятия подчиняются одному человеку, у нас четвертый совсем другие люди. Это другое государство. Что хочу, то и делаю. Никаких норм не соблюдается. Ничего подобного. Ну как ничего подобного? У нас есть согласование, есть ордер на расход. Какие согласования есть? Брагарь не знает, Зиньковский ничего не знает, и я ничего не знаю. Какие согласования у вас есть? У вас есть ордер на 30.05. Совершенно ордер на 30.05. Но вы должны были проинформировать диспетчерскую, как полагается, о производстве аварийных работ. Если это аварийные, а вы передали их так. В конце концов, тут, когда вы говорили, вы могли сказать, что мы сегодня там... Это неделю назад был. Ну так... Вы говорите, две недели назад. Это в прошлую среду был. Две недели я сказал, что у нас есть там это самое, и мы будем работать на 1-е мая. Я к вам обращаюсь. Пожалуйста, давайте, если мы живем в одном городе, давайте мы будем делать одно дело. Еще раз говорю, я не политик. Я не хочу красить никого в политический цвет. Но я сегодня вижу в том, что это просто хамство. Вы понимаете? Просто хамство. Что вы никого не поставили в известность, взяли и пошли делать. Да, делайте, но делайте как-то это совместно с нами, чтобы мы знали. Зачем вы не крыли там асфальт? Даже вы сейчас сегодня не соблюдаете технологии. То, что вырыли, вы обратно туда суете. Для чего? Чтобы был провал? Будет? Кто говорит? Правильно говорите, правильно? Будет. Вы специалисты в этом понимаете. Но тогда объясните им, что там будет провал. И их не бригадир это знает. И потом мы возьмемся что? Что придет кто-то и будет критиковать. А смотрите, эти в Бельце какие тупые. Сделали только дорогу, и вот уже провал. Почему провал? Потому что четверг у нас отдельное государство. Спасибо вам. Просто у меня к вам просьба. Передайте своему руководству. Значит, так сегодня, нельзя делать. С сегодняшнего дня будет все работы будут согласовываться с... Совершенно верно, с товарищем Зиньковским. Совершенно верно. Что правильно. Но я говорю к чему. Там, Лариса Ивановна, мы же там не делали 2 месяца, да, ничего. Совершенно верно? Не, ну не 2 месяца, ну, месяц. Месяц. За месяц можно было туда выйти, тем более вы знаете, что асфальт будет ложиться, там новое покрытие асфальтное. Знали же это. Это знает весь город. Можно было поставить в первую очередь это по Первомайской и оттуда начать. Ваши действия, как вы говорите. Это в конце мая только узнали, там после обсовки. Ну, давайте если быть откровенным. Если 30 мая уже взяли ордер на разрытие, ну... Так правильно. Ну, так что правильно? Опрессовка 30-го взяли уже... Два года, я помню осенью, как они трубили. Брагарь и Зиньковская там парит, там парит, там парит. Нет, мы от этого отвернулись. Четнорк.
это наше, не наше, никто ничего не мог понять, ушли в зиму. Перезимовали, отлично, все прошло нормально. Бах, сейчас, когда постелили асфальт, ну уже, ладно, вскрыли вы. Ну так есть технологии. Если вы не знаете, обратитесь к Брагай, обратитесь к экономическому агенту, обратитесь к специалистам. Те, что будут заделывать эти разрыты, они будут снимать. Но если вы обратно туда засунули то, что высунули оттуда, это ж будет провал, ну я вам объясняю, я не инженер, я это понимаю. Так правильно, вместе с этим 30-40 сантиметров они снимают, готовят это самое под асфальт, основание. 30-40 сантиметров на повороте, на повороте по свежему. Там все послойное трамбование с самого низа. Послойное трамбование с самого низа. И теперь его, чтобы оттуда и вытянуть среди тех труб связи, как его колупать нужно. Опять вручную разрабатывать. Там же механизированным способом не все разработаешь. Нужна будет ручная доработка. Только для того, чтобы мы создали... Мужественно потом преодолевали. У нас каждое действие должно быть бой. Не просто действие, а бой. А боремся сами с собой. Совершенно. Ладно, я извиняюсь. Что? Можно хотел бы попросить ускорить работы по асфальтированию входа в детский парк после разрытия, потому что очень много жалоб со стороны посетителей. Значит, по термогазу у нас с понедельника отозвана одна бригада, значит, для выполнения своих планов мероприятий. Это техническое обслуживание, объект обслуживания, это бассейн, самые центры. И на эту неделю, значит, что касается работы по подготовке к зиме, пока не выйдет весь коллектив, потому что по одному человеку там нет смысла работать. Не будет. На сегодняшний день так же, как мы были, 25% на этом уровне мы и сидим. Значит, где-то после 10 июля выходит бригада на работу и будем продолжать уже в том темпе, который необходимо, чтобы выйти к началу этого сезона в полной готовности. Значит, что касается по стадиону, значит, у меня была встреча с этим собственником вчера. Я ему дал выписку из НИПа, где... Стадион Локомотив, да. Значит, что от края трубы верхний слой изоляции не менее 3 метров должно быть свободный доступ. Сегодня с утра мы вышли вместе на этом месте, он мне сказал, что может уступить всего-навсего 60 сантиметров. Значит, в этом СНИПе указано так: не менее 3 метров, в исключительных случаях не менее 1 метра. Там трубы большого диаметра, 2 200. Значит, эта теплотрасса имеет больше 40 лет. И с этой, через этот участок проходит отопление 35 многоэтажных жилых домов, школы и садика. Поэтому там должно быть все согласно нормативу. Значит, он с этим не согласен. Знал, чтобы я забрал свои трубы с его. Что значит, вы забрали свои трубы с его? Что это за... Ну вот, что ты высказываешь? Значит, он обещал, я сказал, что я подойду к руководству города, объяснил, что я не прав. У меня к вам есть огромная просьба. Я понял, вас спасибо. У меня к вам огромная просьба. Напишите, пожалуйста, значит, заявление в полицию, это раз. Второе, напишите заявление в Министерство транспорта, это два. Потому что собственником участка является Министерство транспорта. Насколько... Участок он собственник. Ну как он собственник? Это тот, кто он купил, я не знаю. Как купил? У кого купил? У Министерства транспорта? Обратитесь в Министерство транспорта. Обратитесь. Пускай они вам разъяснят, продали они этот стадион, не продали. Насколько я знаю, там сегодня хозяин то ли... уже этот Арсений, то ли Киселев, я не знаю, кто там хозяин этой земельного участка сегодня, но он принадлежал Министерству транспорта, это я точно знаю. Обратитесь в Министерство транспорта с разъяснением, есть нормы, и эта теплотрасса не ваша, что значит забери свою теплотрассу. Это городская теплотрасса, где проходит отопление школ, жилого сектора, что значит забери теплотрассу. Александр Иванович, извините на контроль этот вопрос, потому что ну, это уже до абсурда доводит. Заберите
Может, он заберет свой курятник оттуда, а? Значит, я ему сказал, что я на себя не могу взять такую ответственность. Также сам объяснил. И он пообещал прийти на прием к руководству города, решить проблему, доказать, что я не прав. Что касается полиции, мы написали заявление, 15 дней у нас есть для получения ответа. Вот Министерство транспорта... Куда еще они могут обратиться? Министерство транспорта, полиция, что еще? Я до конца дня... Экология здесь я до конца дня в архитектурно-планировочном бюро возьму условия землепользования, исходя из того, что там по кадастру будет, не смогут войти. И тогда уже воспользовался этим, зайдут вам и... Все, договорились. Хорошо, да, спасибо. Железная дорога. На сегодняшний день работаем по плану, ремонт идет. Прорывов нету, я уже потратил во время тусовки, у нас не выявлено ничего. Работаем, долгов нету. А стадион как был под ведомством транспорта, вот, так и есть. Так а что ж там, а что же за хозяин там появился? Я не могу сказать, это уже дело, там раз он жилец и местный. Магнат или кто он там считается, пускай строит, но должны запретить. Ну, стадион принадлежит Министерству транспорта? Так точно. Господин Мутян, ну я... Я ему сказал, если придешь к руководству города, возьми документы на право твоей собственности, если ты хочешь там что-то доказать. Еще раз, обратитесь, пожалуйста, до конца дня еще с Зиньковским скоординируйте, обратитесь в Министерство транспорта за разъяснениями. Если они продали этот участок, не продали они этот участок. Ну вот представитель дороги говорит, что он принадлежит Министерству транспорта. Так точно. Хорошо, спасибо. ДРСУ. Полигон работает в нормальном режиме. Значит, вывезено 9520 бур на сегодняшний день по мусора. Единственная сложность в том, что, видимо, сегодня если у нас удастся выступить на телевидении, обращусь к гражданам. Потому что это невозможно. Все частные секторы, что хотят, то делают, выбрасывают. Весь, не только готовые отходы, но все остальное, что у них в дворе, это невозможно, невозможно. Вы имеете в виду весь строительный и полевой мусор? И строительный мусор, и то, что они режут ветки, и то, что они очищают у себя, все выкидывают в ящик. Это невозможно, это просто, я хочу обратиться к народу, это нереально, мы не можем поднимать эти контейнера, потому что они перезагружены весом, это невозможно. Просто две машины стоят, мы не можем восстановить из-за того, что полигоны, за исключением, что мы в рабочем режиме, они не выравнивают, и машина пришлось сутки... Скажите мне по полигону, там сегодня происходит, потому что я разговаривал с собственником... А? Нет. То есть они не выполняют все? Нет, нет, и машина МАЗ полетела, лопнула от прессора, а они от Вольво, я их не могу найти нигде, ни на Украине, ни в Молдове, нигде машина стоит из-за этого, что... Машина была с уклоном, она упала в этот... Но вы связывались с руководством полигона? Да, мы письмо направили. Вы же свои условия, насколько я знаю, выполнили. Вы перешли с ними финансовые средства на прошлой неделе для того, чтобы они могли там разровнять и планировать... Они говорят, что эти сильные дожди, там невозможно, даже этот трактор, чтобы он брал. Я не специалист, я думаю, что... Подождите, мне вчера вечером звонил господин Платонов, сказал, что... Работы на полигоне ведутся. Они ведутся или не ведутся? Если ночью сегодня велись, то тогда я вожу вас в заблуждение. Нет, это вчера. Вчера утром нет. Не было. Нет. То есть эти заявления, которые делают экономические агенты, которым принадлежит полигон, это неправда? Получается неправда. А вы это как-то письменно обращались к ним? Мы отправили им по электронному адресу письмо о том, что, как они раньше от нас получали, о том, что просим. И звонили, и Вячеслав Иванович звонил, разговаривал с ними. Вячеслав Иванович, что происходит? Ситуация, наверное, вчерашнего дня немного играет роль. По состоянию на вчерашний день действительно ситуация была плохая. И скаты порезанные, новые причем. Вот эта ситуация с вчерашней с рессорой. Понятно, что это дожди спровоцировали. Не было бы дождей, не было бы таких значительных посадок, и не было бы этих поломок. Но в любом случае экономический агент должен был следить за дождем. И что тот дождь им творил. Поэтому сейчас, Юрий Николаевич,
по завершению, если можете здесь, дайте команду Гологодцу, чтобы он уточнил ситуацию на сейчас. И исходя из этой ситуации, повторное обращение в адрес. И нам, пожалуйста, отметочку о том, что они это получили. Вы говорите, что отправлено, и не говорите о полученном письме. Хорошо, я принесу. Значит, ямочный ремонт, скажите. Ямочная работа. Значит, ямочная работа у меня сегодня заканчивает улица Кишиневская и переходим на Михаил Витязов до улицы Штепана Черная. Одной полосой? Одной полосой. Что на улице Болгарской? Улица Балканская, ведутся работы, значит, мы восстанавливаем бордюры, которые были за эти годы, никто ничего там не делал, поэтому восстанавливаем все бордюры. Сегодня... Юрий Николаевич, разрешите, я расскажу, просто я там мало непосредственно участвую. Значит, первоначально мы вышли на Болгарскую 19 с годами, определили объем работ. После этого посчитали тот объем работ, который определен был в необходимости. Была выяснена необходимость, составила почти 150 тысяч. Провели разметку, начали производить разметку по тому, как было раньше. Вышли люди и откорректировали наши планы, что их не совсем устраивает та планировка, которая была при застройке, нужно внести изменения. Исходя из пожеланий людей, но тут нужно сказать правду, там есть жители, которые имеют машины, и жители, которые не имеют машины. Там происходило столкновение интересов. Ну, мы с мастером вроде бы как бы их чуть-чуть помирили, не до конца, но помирили. Каким путем? Мы тротуар, тот, который не был, мы его устроим, продолжим с лестницы, и таким образом пешеходный поток не будет пересекать транспортный поток тех машин, которые будут парковаться. В интересах транспортников, владельцев, жителей и владельцев транспортных средств с этих домов, мы в сторону заправки устанавливаем бордюры, ограничиваем место, парковочные места и закрываем их отходами асфальта уже в конце, когда посмотрим, на какую сумму денег мы выйдем, потому что по завершении мы же не знаем, что там снизу по всему микрорайону. Либо останется в твердом покрытии в сбитого асфальта парковочные места, либо, если будет возможность, закроем асфальт. Но тротуары в любом случае, два тротуара будут шириной по 1,5 метра, будут делаться из асфальта. И на этом объекте контакт с населением осуществляется не только с моей стороны или со стороны мастера, но уже и со стороны всех рабочих. То есть все рабочие, там, которые 4 человека были вчера и сегодня добавили еще 3, все знают активистов, все знают, что хочет население пешеходное, что хотят владельцы транспортных средств. Работать сложно, но работы идут. Темпы пока низкие, но это связано из-за того, что нужно было их там помирить между собой. Я понял. Юрий Николаевич, ко мне вчера я выезжал опять же на БАМ. Там ко мне подошли люди, я как-то вам давал указания. Вот этот дом, что принадлежал нефтебазе. Вы поняли, где это? Да. Внизу. Вот от него по правой стороне, если мы поднимаемся, получается, дом стоит внизу, и мы поднимаемся вверх. Лестечка это, да? Это лестечка. 28, 26, 24, 22. Очень, пожалуйста, лестничка 28, вот этот, это чтобы провалы, что у меня там вообще покрытие дороже. Это дождь. Подождите, там не раньше я видел, что происходило. Получается, я говорю, вы, может, неправильно понимаете, дом нефтебазы, это нижняя точка, так? Да. От нее поднимаемся вверх на... Лестничку. На лестничку. И вот вдоль 9-этажа, когда мы поднимаемся с правой стороны, там... Огромные провалы ямочного покрытия. Внутри. Внутри, совершенно верно. Со стороны подъездов дорога... Знаете, Светлана Викторовна, вы говорите, там вся лестничка такая, всегда это было. Вот если бы вы лет 5 назад поднимали бы вот эти вопросы... И почему не делали для людей? Почему для людей не делали? Проект. Вот мы и делаем проекты 40 лет. Вы понимаете, 40 лет мы делаем проект. И что случилось на 2015 году?
Не знаю, вы исключили спать. Я не говорю сейчас за улицу Лесечка, которую надо делать троллейбусные линии тяну. Я сейчас говорю вот этот нижних домов. Это тоже Лесечка? Да. Вся Лесечка. Она Дичибал идет. А тех шести гаражей, которые рядом с этим девятиэтажным домом, так Лесечка заканчивается за тем подъездом. Ну там идут от нижнего дома, идут две девятиэтажки, да? Тут пятиэтажки слева. Или четыре? Четыре девятиэтажки. Эта дорога, Юрий Николаевич, это та, которая с тыльной стороны. Внутридомовая получается. Да, куда ты пустил грейдер с верхней части, но он не доехал у тебя до нижней части. До нижней части. Ты объясни, куда ушел грейдер. Грейдер ушел на Кале Ешево тоже по горячей точке. Завтра до конца дня будет сделано. Нет, отлично, но я вам говорю, вы должны распланировать, пожалуйста. Ну не успеваем. Я верю вам, что вам тяжело. Верю я вам. Но еще раз говорю, распланировать свои трудовые дни так, чтобы мы покрыли весь БАМ. И оттуда потом пошли дальше уже в сторону центра. Скажите, я понял, вы мне отметили себе? Да. Дальше, скажите мне по Олега Руссо. Олега Руссо до проспекта Победы. Я имею в виду тот мусорный, там мусорная площадка плюс... То, что возле данного подъезда, совершенно верно. Сегодня мы заканчиваем полностью укладку дороги до 69-го дома, потому что автобус 20-й не может разворачиваться. И до конца дня 4-й подъезд... Юрий Николаевич, я понял. Помните, значит, где мусорная площадка? Да. Напротив есть подъезд, где наши жители не могут заходить в подъезд. Это, там ну, поставили тротуар. Это не первый подъезд, а он 4-й. Это 4-й? Да, мы переделаем сейчас. Мы вернулись к нему. Сегодня закончим. Отлично. Дальше. Улица Белинского, 47. Значит, подойдете ко мне, я вам дам схему. Куда надо переносить эту мусорную площадку? Белоусово, я извиняюсь. Да, Белоусово 47. У меня есть схема, куда ее переносить, и она там утверждена была раньше, оказывается. Не под школу. Она была там, где вот несанкционированная площадка автомашин. Вот туда надо. Как я понимаю, может быть я ошибаюсь. Ну, посмотрим по схеме. Да, у меня есть схема, да, я вам ее покажу. Я понял. Скажите дальше мне. Была улица Колеса 19, мы сделали вчера, Борис и Главана 47. Я понял, я понял, Юрий Николаевич. Да. Значит, люди просят обратить внимание на территорию, где автовокзал. По Штефан Челмарина, да, остановка автовокзал, бутики цветочников, и сзади получается там комсомольный магазин или что-то. Нет, это я понял, что они хотят вот от комсомольного магазина вот тот участок сзади этих цветочников, тот участок дороги. Вы это имеете в виду? Да. Как раз комсомол сделал своей зоны ответственности. Сделал, да, есть лифта, а остальное... отсутствует дорожное покрытие. Но это дорожное покрытие, если не все, то частично было нарушено в период установки этих торговых объектов. И сегодня с утра, когда я там был, у меня возник такой каверзный вопрос. Может сразу поменять им плитку и внутри торговых объектов? Чтобы уже было в одном контексте. Ну просто... Вы подумайте над этим. Именно над этим вопросом я как раз сейчас и... Вот подумайте над этим, это очень правильная мысль. Юрий Николаевич, значит, по опять к мусору возвращаемся. По квитанциям 2, что брали с людей 2 лея, я так понимаю, что с 1 июля, да? Да, с 1 июля. Контракт. Вы заключили контракт, на себя взяли 2 лея, и жители города уже 2 лея плачивать не будут. Правильно я понял вас? Правильно. Хорошо. Скажите, остановка, отставить, Стрийская 17. Стрийская 17 необходимо, я так думаю, что согласуем с Вячеславом Ивановичем,
затраты, потому что получается часть сделана и сразу как будто обрыв, а дальше уже идет военные события, как будто идет военные события дальше. Там все развалено, такие ямы, что невозможно. Я с вами согласен, там надо восстанавливать, менять бордюры и делать дорожное покрытие, потому что вот часть одни люди имеют возможность, другие нет, как бы неправильно. Я с вами согласен. Австрийская 17. Дальше. Штефан Челмари 1. Штефан Челмари 1. Телефонограмму я вчера получил. Честно, я там не... Ну, выйдите на место сами и посмотрите. Хорошо? Да, я понял. Борис Голован 27. Борис Голован 27. Мусорную площадку убрать в другую сторону. Так я понимаю, нет? Ну и придомовая территория там посмотрите. Хорошо. Хорошо, я понял. Спасибо вам. Значит, зайдете после совещания ко мне и определимся по Белоусову 47. Еще я извиняюсь, Юрий Николаевич. Да. Улица Водопроводная до улицы Палладий. Грейда вчера. Это там, где вчера работали. Да, мы восстановили вчера вторично, потому что первый день после дождей было невозможно восстановить. Вчера все сделали и вечером написал матч был. Ну до все еще. Ну да, еще даже тоже. Но там пока, честно. Мы на этом добег вчера зашли с реагированием. Хочешь сказать? Под контролем у него? Да. Значит, мне доклад. Дальше. Бугарин и Невскую 11. Там перед первым подъездом не могут люди выйти из подъезда. Я не сделал. Еще не должен, не дошли. Не дошел. Ну возьмите себе, значит, на контроль опять. Николай Николаевич, я прошу прощения, скажу реально как есть. Мне нужна данная Лариса, которая пропала, ее случайно сбила машина. Слава Богу, стала жива, но может быть в понедельник выйдет по личному. Без нее я не смогу делать. Она у нас специалист на поленевку. Мне надо определить, куда вывести эту воду, понимаете? Я прошу прощения, на следующий день только смогу выйти. Есть господин Зинковский, который очень хорошо в этом разбирается. Да, он и так работает. Хорошо, понял. Николай Йорга, 30-32-32А. Выйдите на место и посмотрите, что там творится возле Безгольдера. Хорошо. Все, спасибо. Водоканал. Работаем в штатном режиме. На сегодняшний день у нас один прорыв незначительный на Борькова и одна проблема по Горького 40. Не можем выполнить замену водопровода, там 4 квартиры. Поскольку там выкуплена земля и положен плитка. И планируем провести линию с другой стороны. Пока проблема с предыдущим материалом. Ну, вы справитесь с этой проблемой? Да, это незначительная проблема. Я понял. Скажите, пожалуйста, значит, ко мне обратились люди, я понимаю, что это, скорее всего, уже крик души. Сучава 20, второй подъезд, жительница первого этажа. Не его вопрос, но там вода. Это наш вопрос. А тогда извините. Да, мы выходили на место, еще сначала 20. В первом этаже действительно нет женщины. Она и полиция ищет, все инстанции ищут. Со второго этажа, получается, тоже нету хозяйки. И получается двухкомнатная квартира пересекается с однокомнатной на третьем этаже. Мы хотели через них пробить стену и временно провести воду. Они пока нам разрешение не дали подключиться. И ситуация пока осталась нерешенной. Подождите, но если эта вот женщина не приедет год, хозяйка первого этажа. Мы не имеем права входить в квартиру. Что-что? Мы не имеем права входить в квартиру. Полиция? Полицию написали, полиция нам обратно написала ответ, что мы все, что могли, сделали, грубо говоря, но решайте, ищите. Здесь нужно добавить, что это не первый год, предыдущий лето тоже она побегала, куда-то выезжала. Та же самая ситуация была. Если не договорятся на третьем этаже, то третий этаж останется, как и первый, второй, без воды, а на четвертом перемычку поставят провести.
И если в крайнем случае, то через вентканал. С одного санузла, в другой санузел через вентканал. И вплоть до того, чтобы вывести в подъезд и пройти через подъезд. Но сейчас основной вопрос это третий этаж сейчас должен понять, что если он не даст добро на то, чтобы перейти с одного санузла в другой, то он останется без воды. Но вы должны помочь людям. Вы понимаете, что люди без... Ну, отключила. Ну, как такое возможно, чтобы взять, перекрыть воду и весь стояк стоять 9 этажей? Она же нелегально установила кран на стояк и перекрыла воду. Ну, как нелегально? Мы в подвале, получается, она не имеет права ставить кран. Она в подвале поставила? Нет, у себя в квартире. У нее идет металлопласт. Мы отсоединили металлопласт. Проверили, думали, проблема у нас. Вывести в другую сторону, у нас вода течет, все отлично, все хорошо. Проблема, значит, в этой квартире с этим допуском. Хорошо, жильцы второго, третьего этажа дадут разрешение? Второго этажа нет жильцов, тоже нет. Только третий может дать? Который третий даст разрешение, люди? Третий дает разрешение, но не дает разрешение, как мы хотели, через двухкомнатную квартиру, просто через стенку провести. Вот это самый легкий вариант. Да, отверстие, там получается стояк, вот стена разделяет. Это самый легкий вопрос. Там есть вариант через чердак. Там же холодная вода тоже находится через перекрытие с одного стояка, через чердак. Если в той нет, сейчас уже нет, мы смотрели за ним уже. Да, это отрезано. Было через чердак, там можно. Особенно горячая вода через место, там где горячая вода входит. Я не знаю, найдите выход из положения и доложите мне по этой ситуации. Аналогичная ситуация Колесова 12. Колесова 12, запишите телефон 0231-316-81. Там квартира топит, получается, жильцов. И в квартире тоже никого нет. Свяжитесь с людьми, чтобы понимать обстановку. Да, кооперативный дом, дом Якутян. Вчера я разговаривал с председателем, там один председатель передает дела другому председателю. Пытается передать дела без того, чтобы подвести итог через ревизионную комиссию. Я вчера с ним вел разговор, мы обсуждали и не только техническую сторону, но и все приемопередаточный процесс. Значит, мне он обещал, что на этой неделе со всеми больными вопросами, связанными с хозяйством и передачей своего хозяйства одного другому, обещал, что в пятницу будет говорить о том, что у него получилось. В прямом контакте с ним вчера был. Хорошо. Скажите мне дальше, улица Белоусова 49-47. Там установили новые лавки, урны, добавили элементы, да? Игровые, сделали покрытие, да? Да. Скажите, а что не установили, еще там две лавки не установили, то есть оставили их поднятыми, просто оставили и не закончили работу? Нет, мы заканчиваем сегодня, вот они вчера вечером должны были закончить. Вчера вечером они не закончили? Нет, сегодня утром. Меня жильцы звонили на телефон и сказали, что ваши сотрудники их оставили и не закончили. Нет, сегодня утром, значит, закончили. Осталось на ночь. Понял. Дальше. Скажите, улица Островского, 42, квартира 4. Значит, там проблема такая, что там в этой квартире проживает инвалид. Проблема в том, что когда идет дождь, то вода затекает через окно, по стенам. И он пытался дозвониться в вашу службу. Ротарь Наталья, это да, кто? Она была на приеме в понедельник. И... Но никто не отвечал. Не знаю, по какой причине, я с ней лично общался. Отметьте, пожалуйста. Или желоби надо установить. И пожалуйста, отметьте, мне доложите. Дальше. Когда-то еще господин Шеремет, насколько я помню, я был советником, тогда договорились, что мы устанавливаем по нашему городу панно информационные. На какой стадии установка этих панно? Панно изготовлено, они устанавливаются. Я вам дам конкретную цифру, на каком этапе мы находимся. Цифру и адреса, где установили, да. Где планируется устанавливать. Так, с этим вопросом я с вами разобрался.
Дальше, доложите мне по Именеску. Бульвар Именеску 9? Да. В общем, бульвар Именеску 9, вчера мы демонтировали полностью подъезд, сняли плиту, вывезли и делаем все заново, легкую металлоконструкцию делаем, профнастилом перекрываем. Понял. А то, что в соседнем подъезде... Третий подъезд, да, мы мягкую кровлю заменили, проблемы тоже нет. То есть не течет после этого? Да, 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 да. Проверьте лично вы, возьмите на контроль именно этот бульвар Именеску, потому что там жильцы страдали. И скажите, там вы устранили, демонтировали? Да, два игровых элемента, это песочница и... И? Поставили новое? Нет, пока демонтировали, еще новое не поставили. Отметьте тот же адрес поставить новое. Скажите дальше, улица Парумбеску, установили дверь? Да, выполнено. Значит, где везде были игровые элементы, стояли у нас в городе, и где у нас проблемы, то есть проблемы в плане того, как было на Белоусово, что камни торчали. Вот сегодня жильцы уже благодарны вам за это. Значит, надо везде продумать, везде поставить гальку. Мы уже гальку завезли буквально вчера еще на два адреса. Это у нас, сейчас, секунду, Александр Челбун 2, мы завезли туда три машины, и Крылова 3.9. Сегодня как бы заканчиваем с этими адресами. Но когда устанавливаете гальку, чтобы вы понимали, там должны быть поребрика, правильно? Да, чтобы гальки, поребрики и... Чтобы галька не раскидывалась по двору. Перед горкой песочек. Так как мы говорили, что помягче было, чтобы дети... Совершенно верно. И с тем адресом, Вячеслав Иванович, где были дома летчиков, помните, на шестом квартале, пятый квартал или что? Бориса Главуна. Да, Бориса Главуна. Что там у нас? Там должны были добавить где общежития верхние, должны были добавить игровые элементы, в песочницу завести должны были песок. Мы туда еще не дошли. Мы туда еще не возьмите, дошли. Пожалуйста, этот адрес. Бориса Главуна 9, да? Нет, это не... Нет. 9 и 11, 15. Общежитие, от, общежитие там внутри двор, да? Да. Значит, туда песок и добавить игровые элементы. Дальше. За этим общежитием... Ну, сегодня это не общежитие, сегодня это уже жилые дома. За этим общежитием есть дома, которые стоят. Это бывшие дома летчиков, вертолетчиков. Вот там установить игровые элементы. Там есть площадь, выйти на место и установить. И дальше, скажите мне, этот коммерсант, этот Лемешев, в чем там проблема, я не понимаю. Там пишут письма какие-то люди мне, что мы договорились на Тираспольской поставить игровые площадки, и там люди якобы не пускают устанавливать игровые площадки. Вы в курсе этой ситуации? Да. Что там случилось? Там получилась несостыковка, что люди просили одни элементы, то другие элементы. И в итоге вот это вот координирование сдало сбой вот счет этого. Нет, подождите. Я, насколько помню, улица Тираспольская просили установить игровые площадки. Да. Так, выиграл экономический агент конкурс. Да. Поехал устанавливать. Да. Что случилось? Он привез не те элементы или что случилось? Нет, значит, то, что первоначально хотели и дали под закупку те элементы. Сейчас жители не согласуют, хотят переместить. Вчера. Другое место? Да, другое место, куда попередвигать. Тут выступил экономический агент, который с магазином, который тоже, чтобы те не были непосредственной близости. Но это не его территория. Значит, вчера взяли эту схему с архитектурно-планировочным бюро «Тройковые», и сегодня с сопроводительным письмом, вот сейчас наш работник потрошку передает им туда, чтобы уже на месте определиться. Давайте сегодня после обеда выйдем на место, я прям с вами поеду. Потому что жители меня просили там поставить эти игровые элементы. Сейчас получается, что-то у нас где-то происходит нестыковка. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Это процесс утряски. Утряски? По мне, скажем, раз. Хорошо, договорились. Так, по ЖТХ пока вопросов нет, спасибо. Глоринг, инженеринг, что у вас? Вас давно не было. Работаем в штатном режиме.
Машину выехали на утренний январь, как бы. Справляемся с работой. Ленинградская 3.5, там вчера поступила заявка, вытекала с колодца. Ну, из-за того, что оставили мусоры прямо на колодце, тут строительный асфальт. Часа 3-4 мучились, пока мы нашли этот колодец. Я понял. У меня был вопрос на приеме граждан, Вячеслав Иванович. Нету Кудряшова. Там адрес был записан, и там, получается, ваши сети. Колодцы выступают из-под земли, открытые. Это Николай Йорга 6-8. Вот этот вопрос, что пустой. Да. Нет, там детская площадка, на детской площадке выступали прям торчат колодцы, ямы большие, да, что я просил ДРСУ. Старые обычные сказали, что мы должны заметно приехать и засыпать, бы они не справятся. Какой-то адрес? На БАМе, нет? На БАМе, вроде бы, я помню, мы считаем. Конева 28. Конева 28, совершенно верно. Там ваши трубы. Там, как у нас получилось, дом построили, было все по уровню. Потихоньку земля садится, и колодцы остаются вверху. Там Но они открытые? Не то, что открыты. Они закрыты, просто... Нет, вот у нас есть фотографии, где они открыты. Выйдите на место, посмотрите, пожалуйста. Их надо закрыть. Закрыть? Обязательно закроем? Я понял, что они выступают. Ну, выступают тоже, Вячеслав Иванович. Это надо сделать их подсыпку туда, это, чтобы сказать, хмарному. Пусть он, я вас очень прошу, посмотрите, пожалуйста, если это не используется трасса, так может быть полностью снять колодцы и засыпать. Вот это мне от вас можно знать. Посмотрим. Да, пожалуйста. Посмотрите. Спасибо. И, кстати, ГК возле налоговой, между там крышка треснула, чтобы не было никаких аварий, там не днем. Чистилица? Да, Горького. ГК. Между карабинерами и налоговой. Чистилица? Лариса Ивановна. Нет, Радикова, пожалуйста. У нас одна проблема. Мы получили обращение от жителей города в отношении аптеки на Паровозной. Но, к сожалению, мы не можем влиять на фармацевтическую политику, потому что они напрямую подчиняются министерству. Мы обратились вчера все равно в две фирмы, которые нам отказали. Мы подготовили письмо и для остальных фармацевтических компаний, которые могли бы там поставить аптеку. Но я не думаю, что они согласятся. У нас даже проблема была... Я вас прошу, что касается аптек. Обратитесь, пожалуйста, во все эти компании. На Паровозный раз, дальше, на Молодого. На Молодого. Это 9-я школа у нас? 9-я. Новый Бельцев, я извиняюсь. 10-я. 10-я школа. Вот там просят аптеку. Дальше. Проконтролируйте на объединение рынков, чтобы аптечный пункт был открыт. Чтобы там не было никакого у меня склада. Вы имеете право проконтролировать? Нет? Нет? Ну тогда передайте просьбу администрации рынков, как в здравоохранении, чтобы аптечный пункт был открыт. Хорошо. Следующий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, улица Телевизионная. Значит, я знаю, что это не ваш вопрос, но вы подготовьте обращение в санэпидемслужбу, или как сегодня она называется. Значит, по обработке клещей, потому что с того района очень много жалоб на укусы клещей. Ну что там, дать их рассадить какой-то. Мы делали обращение к санитарной публике и выясняли, на каких участках они обязаны это делать. Было сказано, что официально они делают исключительно только в местах общественного пользования. Все остальное через оплату. Еще раз говорю. Улица Телевизионная, номер телефона 0694-409-92. Свяжитесь с людьми, вам скажут, что там площадка детей, на площадке играются дети, Павел рядом... Павел Иванович, мой вопрос я записала. Записали? Да. Отлично. Да, потому что они... Ну, обработка клещей, это же не ваш вопрос. Да. Хорошо, дорогой? Общественные места пользования. Ну, мы с госпожой Новиковой определились, кто отвечает за этот вопрос. Я единственное в отношении аптек, мы сделаем им обращение, обратимся к ГИДОН и во всех... Еще пожалуйста, да. И еще у меня один вопрос к вам. Я не знаю, это болезненный вопрос уже. Улица Штефан Челмари, 140. Я вчера была, дом стоит на балансе у кого?
Кто мне ответит на этот вопрос? Больница говорит, что... Когда-то строена больница, да? Да. Потом документы утеряны или что? Они утеряны. И в больнице сейчас нет никаких документов. Я вчера ездила туда, двери этой квартиры были закрыты. Правильно, но люди не могут ни квартиры продать, ни квартиры оформить. Там, ну там как-то нет документов на дом. Ну, в больнице нет. Куда передала больницу? Они были переданы в примарию. Такой примарию. Примарию кому? Мы будем сейчас как в детском саду разбираться. Дора Ивановна, доложите мне остановку, где сегодня находится документ. Кому передали? ЖКХ говорит, что они жизни не видели никогда эти. Кстати, этот дом у вас на балансе 148, Штефан Чумай. Документов нет у него. Тоже нет документов. А куда могли документы деться тогда вообще? Вопрос. Ну, в любом случае, мы уже подняли половину архива и все равно ищем. Если найдем что-то... Пожалуйста. Именно Штефан Челмари 140. Мне этот вопрос очень сильно интересует. Ну, после... Там живут люди. Получается, что у нас человек с паспортом и без паспорта. Знаете, как в том анекдоте? Зависли в воздухе, и он летает. Хорошо, я спасибо. Спасибо. Госпожа Новикова. Знаете, впервые, наверное, за два месяца я с ним получил благодарность, ваш адрес, от жильцов Новых Бельц. Там ваши сотрудники работали? Да. Сказали, что впервые за 20 лет у нас убрали улицу. Передайте огромную благодарность своим рабочим. Следующий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, Штефан Челмари 5, Тополь. Люди ждут 4 года, вы говорили, что войдет в план мероприятий, и ответа пока от вас нет. Посмотрите, пожалуйста, по графику. Если это то, что стоит на 18-й год, то надо людям объяснить, что в ноябре месяце вы его устраните. Дальше. Колесова. Нет, это ставить сейчас. Это же... Вот. Опять же, этот бульвар Минеску, они мне говорят, что вы решили с той черешней? Потому что мне уже неудобно перед теми... Николай Николаевич, я объяснила, что экологическое агентство дает категорически только через решение муниципального совета, иначе Кишинев нам не дает... Сейчас на муниципальный совет вы вынесли этот вопрос? Да. Окей, дальше. То, что подрезка по Минеску, вы что, продолжаете или не начинали так? По бульвару Минеску? 9-7. Там только в зимний период. Сейчас там не получается. Никак, да? Уже мы выйдем, когда вот эти ветки, которые идут, мы говорили, встречались с представителем экологии, дал добро убрать их под закраску ствола. Мы их уберем. Но это когда будет уже бригада работать по сносу этой черешни, они уже сразу делают работу, чтобы не менять лишнего несколько раз. А вот то, что в понедельник на приеме граждан, были... 65, да. И 35, там тоже документы оформляются. А по тем ивам? Мехкомбинат? По мехкомбинату написали письмо в полицию, написали письмо в экологию о том, чтобы приняли меры, нашли собственника, обязали его выполнить работу. Ну, то есть мы будем искать собственника, а люди будут страдать. Да, Николаевич, это частная собственность, мы не имеем права туда зайти. По нарушению закона. А то, что торчит на суда, что дальше? Ну и застарит оно с той стороны. Мы разрастаем на территории собственности. Этот вопрос давно поднимается. Они обращались уже в полицию, в экологию. Вы понимаете, я говорю, мы ждем кого-то, когда что-то произойдет. Вот чего я хочу. Я хочу предостеречь вас. Николай Николаевич, мы не можем идти против закона. Завтра в прокуратуру вызову, скажут, на каком основании зашли на чужую территорию, производите там работу. Уголовное деяние. Светлана Викторовна, я был в Рыжкане у своего коллеги. Вот он сделал там аллею с поливом, с подсветками. Я это специально для вас распечатал. Я вас прошу, значит, обратить на это внимание. И мы хотим в Бельцах, чтобы было то же самое. Хорошо?
Если не хватает каких-то контактов лично, там, то я вас соединю, но сегодня я очень рад, что у моего коллеги это получилось, видите? То есть вот так плитка выложена, вот так все начиналось. То есть я хочу, чтобы было так. Хорошо? Чтобы люди радовались. Чего он поднял один вопрос, проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Я понимаю, что это, наверное, ситуация не одного дня решения этого вопроса, но думаю, что нам нужно, наверное, к этому как-то потихоньку начинать подходить. Почему? Потому что после того, что выполнена генеральная уборка по городу, наверное, вы все видели, сколько труда вложили, сколько сил. К огромному сожалению, весь этот труд ушел на смарку после этих прямых дождей суббота и воскресенья. Речь стоит в том, что значит, от магистральных дорог, значит, второстепенные улицы, практически все засыпаются щебнем. И весь этот щебень после этих дождей вымывается на магистральные дороги. Сегодня ситуация, конечно, аховая, нам сегодня предстоит серьезная работа. Все это вычищать, весь этот щебень, это и тротуары, это и прибордюрка, которая достигает до 2 метров полосой. Я думаю, что в дальнейшем, наверное, когда будут ликвидироваться эти улицы, нам, наверное, продумать ситуацию, как-то ямки делать какие-то с решетками, может быть, как-то углублять какие-то, чтобы куда-то эта вода уходила, потому что ситуация очень сложная в этом плане. Аналогичная ситуация у нас была на улице Гагарина, ниже перекрестка с улицы Садовая. Мы Садовую на протяжении там, сколько? Да, там 300-400 метров. Вот это только такое может быть исправление. Но в пределах того, что у нас есть сейчас, и той программы по дворам, это коснется вот на этом этапе. Болгарская 19 уже не будет выходить на Болгарскую, потому что мы там все заканчиваем. Дальше с микрорайона между Лесечка, Александр Челбун и Болгарская Иконева, по которому произведены все замеры и сейчас считают деньги, куда дальше пойдем с внутриквартальным, тоже не будет. То есть таким вот последовательным поэтапным действиями будем искоренять. Просто, может быть, если вы сейчас говорите о улице Паровозная, то, что ниже, улице Паровозная ниже переезда, то тут вопрос действительно сложный. И там та подъездная дорога туда вглубь, она нам навряд ли скоро будет. По вопросу Каля Ешелар, где с Шевченко и с Островского смывается вода. Вот это те аспекты, которые Юрий Николаевич бери на заметку и по крайней мере. Мы поняли, мы будем это планировать и будем. Вот эти две улицы, эти две улицы в ближайшее время что-то придумают. И еще одна огромная просьба, я понимаю тоже, что это не везде реально, но по максимуму хотелось бы, чтобы все-таки пересмотрели участки установки контейнеров и мест для сбора мусора вдоль магистральных улиц. Ввиду того, что вы видели ситуацию, убирается улица, чиста, порядок, выносят мусор, собаки разрывают, весь этот мусор разлетается по всей улице. Я понимаю, что не везде, не во всех местах это возможно, но максимально желательно было бы это обращение и к ЖКХ, и к МХ. Это просьба по возможности. В гостинице все нормально? Борис Иванович, у вас? Работаем. В штатном режиме, можно так сказать. Занимаемся освещением по обращению граждан. Будет дан ответ, который в прямом эфире вам поступили. Будет дан ответ, только там не совсем понятно парк. Ну, наверное, это все-таки городской парк. Не парк Победы на 6-м квартале. Значит, устранением неполадок, вызванных проливными дождями по освещению. Дело в том, что вот мы в 9-м квартале бульвар Михаила Меднеску, голый коаксиальный кабель,
как только ветер... Это то, что я вам вчера говорил? Да, как только ветер дождей замыкает и выключается подстанция. Там едет вручную и включает подстанцию. Дело в том, что проблема у нас в том, что еще много достаточно сетей уличного освещения в неизолированном алюминиевом проводе. Давайте будем это устранять. Да. Это же проблема не вчерашнего дня, я понимаю. Нет, не вчерашнего, она была. Хорошо, дорога по Штефа-Челмари у вас под контролем? Да, под контролем работают. Завтра приезжает автор проекта. Завтра приезжает, опять же, собирается подрядная организация. Определены 5 колодцев ливнеприемников. 5 ливнеприемников. Геодезистам намечены отметки, куда закончили фрезеровать асфальт. Заканчивают сегодня фрезеровать асфальт, можно будет видеть, ну, придать уклон дороге это кольцо, с тем, чтобы положить асфальт. Я вас понял, просто закрыть. На будущее, чтобы коллеги знали, что произошло, вот этот, почему собираются лужи, вот почему сегодня экономический агент устраняет это. Произошло то, что проектантам была допущена ошибка или геодезистам. Была допущена ошибка. Вот я их завтра всех собираю, они приезжают из города Кишинев. Будет общее у меня с ними собрание. И будем, так сказать, не искать, кто виновный, а в чем причина. Но причина в том, что неправильно были заданы, вернее, отбиты исходные, отметки, да, данные проектанту, исходные данные. Вот что сегодня произошло на этой улице. Но, естественно, это все устранится за счет людей, кто виноват. Это... или экономический агент, или проектант, уже завтра мы разберемся. Да, и лужу по у автовокзала, да. Магазин «Оптика» устраняет, как принято решение по зеленой зоне вдоль бордюра, значит, выполнен дополнительный работы по дополнительному ливнеприемнику устройства, и трубой диаметром 200 миллиметров. Отведена вода, соответствует следующий вопрос. Хорошо, завтра мы с вами встречаемся на рабочем совещании, да. Дальше мы с вами закончим с этим. Да, дальше. Я сейчас с утра был, да. Достаточно плохо поговорил с господином Шевчук, он там старше. Значит, обратите внимание своего технадзора. Значит, при выезде с заправки вправо есть 3 следа от катка. И 1.5 квадрата, я считаю, что они вообще не укатаны. Шевчук мне говорит, что это катали, но... Вы имеете в виду стояночка перед... Выезд с автозаправки и правый поворот. Да. И вот под бордюром 1.5 квадрата. Это уже не та полоса, как я имел раньше, по 10 сантиметров вдоль бордюра. Это уже 1.5 метра. Второй аспект, который тоже сегодня... У нас намечается еще одна гроза. И мы опять будем иметь неприятность на 1 мая, на перекрестке с 1 мая. Мы определялись еще позавчера с тем, как, и вам тоже говорил. Но однако ничего не сделали. Не сделано. Сейчас нужно успеть до этой грозы. Подрядная организация говорит, что у них не входит. Это дополнительные работы. Если мы принимаем эти дополнительные работы, то они... Если пройдет эта гроза, и опять тротуар будет в воде, опять будут люди. Все равно мы его будем делать. Так давайте по той схеме, которую наметили, сделали, а источник финансирования виновного будем искать потом, чтобы не пошли люди опять по той грозе. Я Шевчуку сегодня на эту тему говорил. Он отказывается. Он имеет свое мнение. У него свое мнение. Лариса Ивановна, давайте еще раз говорим. Давайте мы сразу будем по ходу все устранять, потому что я не хочу вот этих вот кривотолков, что там эти каналы какие-то что-то говорят. Я честно говорю, что в этом вины моей точно нет. То, что неправильно сделали проектанты, они за это отвечать будут, конечно, это понятно. И финансово они будут отвечать, а если надо, и уголовная какая-то будет ответственность, потому что так нельзя, понимаете? Если есть правила, правила должны быть выдерживаться. Но так не пойдет. Я никому не позволю эти правила здесь нарушать. Вы поняли меня? Да, я записала. Хорошо, спасибо. Кстати, когда вот касается воды, Вячеслав Иванович, улица Горького. Может нам вернуться к практике той, что когда мы чистили ливневку вот этими машинами?
Горько вас затопило, если вы говорите, что опять. Значит, я в пятницу, когда был тот сильный дождь, специально в 17.05 проехал, действительно, даже на своей машине высокой, было проблематично. Но, когда я уже возвращался с Кишиневского моста в 17.25, там уже ситуация была нормальная. Просто это был залповый сброс ливневых вод, и то не успевало уходить. То изменение сечения с 500-го диаметра в начале на 400-й диаметр уже посередине. То есть оно собирает 500-ю трубу, потом переходит 400-ю, и этой 400-й идет туда мимо. Давайте еще раз посмотрим. Но опять, этот объект заявлен в ремонт за счет средств дорожно-ремонтного фонда. Мне неизвестно, кто будет производить работы. То есть здесь сегодня начнем мы что-то исправлять, это будет в составе проектных работ. Пока не будет известно официально. Все, я вас понял. Хорошо, спасибо. Трилевское управление. Работаем согласно утвержденному графику. Я понял. У меня к вам вопрос. Да. Вот эти проездные, которые были проданы, и люди, которые пострадали из-за ремонта дороги, как вы будете выходить из положения? Значит, пусть обращаются непосредственно в троллейбусное направление, значит, есть там у вас. У вас есть уже механизм? Да, механизм решения. Хорошо, отлично, я тогда скажу горожанам, чтобы они обращались в троллейбусное управление. Вы провели консультативный разговор с водительским составом? Да. По поводу дисциплины, по поводу того, что они грубят людям, по поводу формы одежды, чтобы они подъезжали к тротуару? Да. Провели, да? Сегодня у нас нет таких нареканий? Хочется надеяться. Свежих нет. А форма одежды? Значит, форма одежды мы сейчас определили размеры и сейчас размещаем заказ на пошив. Обязательно. И я узнавал, это недорого стоит, как вы мне говорили в прошлый раз, там финансовое покрытие, ну не вы, а директор. Mm-hmm. Я узнавал, это стоит недорого. Белые рубашки, желательно по 2-3 рубашки на одного водителя, чтобы он умел всегда мог переодеться. И это нормально. С вашими эмблемами. Были рубашки, да. Когда мы запускали движение, и рубашки были. Да? Ну давайте определимся. Тут можно использовать наши миракл, допустим, да, там, где используются труд учеников. То есть не особо там художественный какой-то или фигурный. Не от кардена. Да, не от кардена. Поэтому можно и удешевление этих рубашек. Ну хорошо, спасибо. Вячеслав Иванович, пожалуйста. Уважаемые господа руководители, традиционно на протяжении уже 4-го месяца довожу до вашего сведения, что зима будет и комплекс мероприятий должен быть. А теперь уже по фамилии, не до всех, по названиям фирм. Четнорд имеет и русский, и молдавский вариант мероприятий, представленный нам. Спасибо. Термогаз. Русский и молдавский, представленный нам. Спасибо. Котельное локомотивное депо. Также. Спасибо. Био имеет представленный русский вариант. Молдавского нет. Значит, мы можем перевести, но есть ряд специфических терминов, которые на молдавском языке должны дать только вы. Управление образованием молодежи и спорта – аналогичная ситуация. И вот теперь со слова «аналогичное» иду дальше, но с негативом. Нету ни русского, ни молдавского, никакого. Филиал Реднорда, филиал Белсгаза, ЖКХ, ДРСУ, троллейбусная, АП-канал, гостиница, Глория, здравоохранение, культура, совет РВПК, Феянорд, отдел поставки газа и отношений с потребителями от Молдовагаза. Это Александр Лапин. Все письма еще до завершения отопительного сезона были направлены. По этим письмам, те, кому я сказал спасибо, представили. Наше единственное, так сказать, не спасение, а оттяжка, что до сих пор нету постановления правительства. Но мы знаем, что в прошлом году наш комплекс мероприятий было, постановления правительства не было. На это ориентироваться тоже нельзя. Теперь, уважаемые господа руководители, я вас назвал поименно, и ваши подчиненные вас очень крупно подвели.
Вы докладываете о проценте, вы говорите о выполнении комплекса мероприятий, который не прошел утверждение на уровне распоряжения примарха. Распоряжение готово, ваше место стоит пустое, быстрее давайте. Конец этой недели максимальный. Но не можем мы уже дойти до второй половины года без комплекса, без комплексного плана мероприятий. Господин Бударецкий. Ничего нет. Экология. Поводу мусора. Посмотрим плату. Можно я на государственном языке? Конечно. Какие лоб, какие шасы, сава, дубовой личинч, шапки, лоб, ноу, когда обязан фачи, видишь, ты широко и фары. Но у нас есть флагтин супер павел. Один флагтин ускопи, один флагтин ускопи. Интервенция Тейло. Интервенция Тейло, это принято в муниципале. Аранжает территорию 6 спаций, без РУГРЭМ, где а эффектуал крылья, дати, интермен, где ученцы, калитатив, конформ, регламент, вы подпуск, где это ПНЕ был, где это начал свою организацию. Юрий Николаевич. Я не отвечу на государство. Слава Майковского, Асада Лавра, Шайс Припадзе, Шанты Зимонки, Фос Костан Кишеву, Лавра Лот, Дость Пазе Чимонки, Астаристы Вячесла, Ералтепе Новый Клин. И я сейчас спускаю вас на десец астрис на телевизионе, говоря, че горько порву не знаешь, че фачи. Говорим, а это и посибо, да, шалил ха. Дика, дыну, дыну, сколько еще вас, на ладу транспорту для него. Говорим, и он не сигур не знает, че сантем там на новом раже. Говоря, че есть вопрос, другой тор, контейнер, печалы, когда чека с центром дешевого, как мы мог с ним фейс рост. Сударо, и я вас помню, а это и посибо, так, вред, сходим, мы не сметим. Și a procedat să svedeți că vă dreptate ce este ziua de astăzi. Noi asistăm în primele asistențe și ascultăm care trebuie să aveți întrebări și în disară noi să încercăm să închidem întrebarea și să vă rog dumneavoastră. Юрий Николаевич, да. В контексте того, что вам только что было сказано, в контексте такого вашего ответа, на этой в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, единственные ваши, вы можете предпринять два шага. Либо убирать утром и вечером, чтобы не происходило этого накопления. Вы такой возможности не имеете из ограниченного количества транспортных средств. Либо доставить те контейнера, которые у вас есть. Сейчас штурмуете ремонт тех контейнеров, которые вам передали. Мы имеем на сегодняшний день 27. Штурмуете. Штурмуете. И как только он после сварщика готов, сразу его, ну, каждое утро, грубо говоря, ваши мусоровозы и ваши эти должны выезжать с территории с контейнерами и добавлять. За день отремонтировали, утром 5 мусоровозов выезжали, выехали, 5 контейнеров зацепили сзади на клыки и с ними поехали. Трактор выезжает, кинули туда, нашли возможность на пригорке, его спустили и опять поставили туда. Вот таким образом вы сможете выходить из этой ситуации. Я понял вас. Я к этому имею в виду, что я выйду отсюда. Скажите, а новые контейнера, что там? Новые контейнера пока... Кстати, хочу вам сказать, контейнера, которые привезли сегодня, они не с отходов, сделаны капитального металла. Это Белоруссия, город Минск, они очень хорошего качества. И мы... совместно с представителями, которые выиграли тендер, собираем сбор, производим сборку всего. Ну и одни контейнера нормальные, которые поставила та компания, мы не можем без заключения экспертизы говорить, что они плохие. Поэтому и те пока нормальные, те, что приехали последние, естественно, конечно, те лучше качества и плотности металла, это понятно. Ну и просто я говорю сегодня, что надо добавлять контейнера, добавлять, чтобы не было у нас дефицита контейнеров, тем более, что дефицита на предприятии контейнеров нет. Нет, Николай Николаевич, я сказал, что 27 мы исправили на вчерашний вечер, мы сегодня раздали по тем адресам, которые вы дали указания, и в этих адресах, которые сейчас представитель экологии мне скажет, где он считает, что необходимо еще и не хватает недостаточно, мы поставим еще 5, 7, сколько надо, 10, никаких проблем. Ну, видите, Юрий Николаевич, вы ждете, чтобы я вам сказал, а я...
хочу, чтобы вы мне делали предложение, понимаете? Вот туда надо добавить, туда. Я так езжу, все объезжу, и Петербург экологии также сам объезжу. Да, и Зимковский смотрит на это. Поэтому обратите внимание ваших специалистов, у вас есть специалист там Головоц, который сидит в кабинете. Пускай выйдет, пожалуйста, из кабинета и проедет по городу, по всем площадкам, где надо добавить контейнера. Вы меня услышали? Да, мы спасибо. Готовим, мы готовим даже специалистов. Вопросы есть там? Да, что? Ну, а просьба у меня, при установке новых контейнеров, новых контейнеров вдоль магистральных улиц, старые контейнера переставить на площадке, для того, чтобы вид улицы магистральных выглядел прилично. Хотите? Нет, мы просто тогда, когда ДСУ развозило эти контейнера, нужно было делать перегруппировку. И мы стояли перед задачей. Либо делать перегруппировку, дислокацию сил, либо все-таки укомплектовать. Приняли решение вначале укомплектовать. Сейчас доремонтируют, уже выставляя отремонтированные, будут забирать, менять их местами. То есть сейчас как раз, Юрий Николаевич, это то время, когда делать уже перегруппировку. Да, то, что делаете. Все, всем спасибо.